И зрители, которые нас очень круто поддерживают, смотрите, разбитый горшок, и здесь смотрите, что торчит. Вот такой вот артефакт, огромный какой-то. Сейчас достаю его потихонечку. Вот он, смотрите. Вот такие сенсации. Сейчас приехали на сенсационную плавильную печь. Ни в коем случае не переключайтесь. Увидите. Фальшивомонетчик. Да, в общем, тут чего только мы не находим, будут настоящие непридуманные сенсации. Давайте, не переключаемся. Канал поиска клада и золота от Виклинга. Ну и, конечно же, крутейшие, просто крутые сериальчики. Это мы, это короли кладов. Поэтому я бы сейчас даже для вас показал лунную походку, но потом неудобно не прыгать, ничего. Давайте, не переключаемся, погнали. Так, сейчас паузу. Настраиваемся, что это золото. А перезвон вообще реально крутой идет. Очень круто. С нашим фартом. Не, реально, ребят, реально идет крутой перезвон. Я сейчас тоже малышика своего ставлю. Смотрим. Что это стоит того, чувствуется? Не, ну перезвонище просто, ребят. А ну-ка. Смотрим потихонечку. Потихонечку. Главное не зацепить, не поцарапать. А, уперся. А нет, это корень. Сейчас, сейчас проверим, ребят, смотрим. Там что ли? Ёлка? Выкопали уже. Не, уже выкопал. Так, сейчас перейду немножко в другой ракурс. Ну, так, ну что, посмотрим, что это. Да, немножко в тенечек ушел артефакт. Смотрим, что это у нас тут. Не он. Надо будет сейчас, может быть, даже брать сито. А сито-то не брал? Да нет. Что-то мелкое. Можно печь идем, в принципе. Ну, сейчас даже проверим. Большие слитки, я даже не думал брать. Сейчас этот. А давай, знаешь что? Давай достанем ножик. Сейчас ножиком проверим, потому что давай. Так. Сейчас. Ребят, ну что-то реально сенсационное. Ну, тут смотри, что очень мелкое. Ну тут смотри, между. Ребят, тут что лежит очень мелкое. Ага. Ага, есть, смотрите, ребят. Что это? Это называется поясок. Вот такой вот крутой артефакт медный. Вы знаете, я бы сейчас показал вам всю прелесть своей лунной походки. Я бы сейчас вам показал, как я круто делаю. Ну, наверное, покажу. В принципе, смотрите, как я делаю. Это делается так. Лунная походка. Не зря, говорят, Майкл Джексон отдыхает. Ребят, это... Виклинг! Золото! Прям капец! Капец, ребята, артефакты просто восхитительные! Просто даже не верится! Сейчас подходим к этой печи, вы увидите сенсационные находки. Давайте, не переключаем. Ну что, классный сигнал. Так звенят, ребят, монеты. Сейчас смотрим. Хотелось бы сейчас поднять золотую монету. А нет, вот смотри, вижу артефакт, можешь подойти показать. Не монета, так. Где? Сейчас стороночку. Это вот, смотри, торчит, вот он. Это что? Видно? Да, это что, какая-то... Это, похоже, такая же находка. Вот, смотрим. Это называемая юбочка. Ну, такие слова нельзя говорить. В смысле, ну... Это эхо, эхо. Эхо. Эхо, ребята, это эхо. Это эхо. Ну что, ребят, нашли печь. Сейчас покажу вам ее фрагменты. Вот идет первый сигнал. Сейчас посмотрим, что это. Все, что будет, все будем показывать. Потому что это настоящие сенсации непридуманные, как вы понимаете. Ну. Сейчас посмотрим, что это у нас тут. Какой-то самородок золотой сейчас хотелось бы поднять. Вас порадовать. Да лучше два. Да лучше три. Не докопали. Так, ну что, сейчас ставлю. Ставлю малыша треногу, получается, и снимаем все в прямом эфире. Показываем, что это за артефакты у нас тут лежат. Сейчас посмотрим с вами вместе. Аж самому интересному, вот здесь лежит артефакт. Сейчас потихонечку его выкапываем. Значит, нашли, там недалеко лежит фрагмент стекла. Тоже непонятно, откуда он такой, знаете, сплавленный. Сейчас тоже покажем. Так, выкопали. Да, выкопали, смотрите, сюда. Такой четко монетный сигнал, ребят.
Сейчас, наверное, будут монеты, смотрим. Четко монетный золотой, да, сигнал. Да, сейчас посмотрим. Сейчас потихонечку, так, если нет, сейчас на руку положу. Опа. Камень. Да подожди, какой же это тебе камень? А, это не камень. Да, ребят, не... ничего ух себе. Ты, так это же от этой печи. Ребят, гляньте. Ребят, вот это фартануло. Смотри, глянь, горело прям видно. Фух, слышишь, это может какая-то золотая трубочка, ребят. Настоящий фарт. Ребят, смотрите. Вообще. Вообще просто в прямом эфире. В прямом эфире достали просто, смотрите, гляньте. Реально как какая-то флейточка маленькая, такая золотая, может быть, даже. Ну бери, конечно, глянь. Класс. Просто даже не верится, ребят. В прямом эфире выкопали просто. С печи, видите, я же говорю, что она горела. Горела, видно сразу, да? Да, там вот полая внутри. Как флейточка такая золотая. Так это деталь от печи, возможно. Ну или деталь, или какую-то флейточку делали такую золотую, тяжело сказать. Ребят, ну это настоящая сенсация от канала «Поиск клада и золота» от Викинга. Подписываемся, давайте прям дальше. Ни в коем случае не переключаемся, приключения реально только начинаются. Ну что, давайте, погнали, просто артефакты завораживают. Я включил. Ну, ребят, смотрите, сейчас... Слышишь, так, включи сигнал, шеф. Мы тут не докопали. Включился? Не, еще не кого-то. Можешь сказать, что мы копаем на месте печи? Это же да. Камера будет для вас. Да, давай. Так, сейчас я... Ну что, дорогие друзья, слышите этот сигнал? Значит, мы уже подошли к печи, где фальшивые монетчики делали, подделывали золото. И сейчас тут идут сигналы такие, знаете, выкапываем разное золото. И сейчас идет четкий очередной сигнал. Очень охота сейчас вам его показать. Не докопали еще сейчас. Тут мягкий очень песок. И вот так пока... Сюда уходит сигнал, получается. Ну... Ну, слушай, беру потихонечку, значит, нашу суперкрутую лопату. И смотрите, потихонечку, не спеша, разгребаю. И смотри, что же это за находка, которая здесь тысячелетиями пролежала. И наша команда сейчас приехала и потихонечку вот так, не спеша, ее расчищает. Сейчас увидим, что это за находка. Интересно, выкопали или нет? Да, выкопали. Сейчас убираю лопату в сторону. Да, смотрите, мы ее выкопали сейчас. Смотрим. Ну? Ну? Есть. Так, а что сигнал? Сигнал идет на такой уже нечеткий. Не, четкий, хороший. Очень четкий сигнал. Угу. Сигнал четкий, монетный. Очень хотелось бы сейчас золотую монету. Кстати, посмотрите, сегодня ночью выкопали 5 золотых монет, кто не видел. Смотрите предыдущие видео, ребята. Да, смотрите, у нас 1340 видео. Сейчас аккуратно лопаткой, да, смотрите. Ну что, сигнал действительно реально мощный, хороший. Да, проверяем, смотрите, не спеша, вот так потихонечку. Вот так очень аккуратно разгребаем. Очень охотно. Сейчас идем на самую печь, сейчас вам покажу саму печь. Ну, это на лопату. Ты знаете, что-то... Лопата уже сигналит. Так-то. Не, сейчас. Не, есть сигнал четкий. Сейчас, да, сейчас смотрите, что мы делаем. Я сейчас ставлю треногу вот так, беру, получается, набираю на руку, так как потихонечку, смотрите, не спеша. И, да, вот так просеиваем. Видите, сито. Вот так вот, ребята, сито осталось. Опа. Нет. Сейчас, это может уже тренога мешать, сейчас. Это что-то реально лежит. Реально здесь лежит артефакт. Сейчас мы его с вами обнаружим обязательно и вам покажем. Ребята, понимаете, что он уже здесь на руке. Приходится повозиться. Да, повозиться, притом мы возимся, ищем десятилетиями такие места. Вы знаете, вот я сейчас смотрю, ничего абсолютно не видно. Ага, есть, ребят. Ничего ж себе. Монета. Ребят, это какая-то подвеска. Гляньте. Подвеска. Смотрите. Смотрите, какая-то золотая подвесочка. Небольшая, такая как луница, на луницу похоже, Киевской Руси. Видно? А ну-ка. Увидел? Да, секундочку. У ребят, настоящая сенсация, смотрите, сейчас выкопали. Погоди-ка, покажи. Очень круто. Очередное золотишко, аж даже не верится. И видишь, здесь получается, а тут, смотри, были такие полоски, видно, солнце изображалось. Короче, такая крутая, сенсационная находка, даже не верится, что... Такие артефакты наша команда «Поиска клада и золота» от Викинга постоянно обнаруживает. Смотрю сейчас просто... Ребят, не верится, смотрите. Вот они, непридуманные артефакты,
которые наша команда в поисках клада из золота от Викинга постоянно обнаруживает. Просто супер крутая сенсация, которая нами в очередной раз спасена. А теперь в режиме реального времени даже ставлю на паузу, идем печи. Приглашаю вас всех пойти на эту великолепную печь. Значит, это произведение искусств искалось нами 10 лет, и сейчас мы идем туда и смотрим с вами, что же там будут за артефакты. Потому что такие находки, как делает наша команда, их вам просто никто больше не покажет. А мы с вами в режиме онлайн сейчас приближаемся к этой печи. Я сейчас вам покажу все эти находки. Давайте, пойдемте. Вот они уже. Давайте, вот, смотри, глянь. Смотри. Вот, смотри. Вот, смотри, керамика лежит. То есть они здесь, вот, смотри. Видишь, вот, вот, вот. То есть получается, они здесь не только, получается, производили, да, эти фальшивые монеты. Они здесь еще и, понятное дело, и отдыхали. Вот уже эти куски огромные печи. Сейчас, подожди, хотел. В общем, ребята, убрать. Огромная, сколько метров эта печь приблизительно? Ну, я не знаю, она в диаметре просто колоссальная. Сейчас мы с тобой подойдем, посмотрим. Нужно будет ее, конечно же, восстанавливать, склеивать. Она реально просто очень огромная. Даже. Смысл такой, да, здесь это были дикие места. Фальшивомонетчики привозили сюда золото и плавили, делали поддельные монеты, правильно? Ну да, не только монеты. Сейчас давай подходить поближе. Да, подходим, ребят, смотри, вот. Вот уже фрагмент, я вижу, отсюда огромный лежит. Вот, смотри, впереди. Сейчас подходим. И здесь их очень много. Вот он, смотрите. Вот они, смотри, внизу прям лежат. А, вот эти керамика вот эта, да? Это не керамика, это фрагменты этой печи. Фрагменты печи. Да, ее растянуло просто, получается. Ее растянуло, плугом порвало. Получается, сейчас я вам покажу, смотрите. Вот они как лежали, представляете, смотрите. Раз, видите, огромный кусок. Так. Два. Три, а, вон, смотри, рядом торчит, видишь? Да, да, да. Четыре, вот, смотри, мелкие фрагменты торчат. Надеюсь, видно. Потом смотрим дальше, сейчас пройдусь, покажу вам. Это, получается, первая полоска. Здесь много всевозможных вещей, ихних личных. Вот, смотри, лежит прям фрагмент какого-то железа на поверхности. Его тоже плугом выворотило, вот, смотри. И рядом с ним, обрати внимание, вот тоже лежит фрагмент от печи. Видите, смотрите. Железо и да, печь. Лежит железо. Вот так вот оно прям лежит. И такое железо. И вот обратите внимание, все в мелких фрагментах печи. Видно, да? Детали, видите, многие вот такие маленькие-маленькие фрагменты от печи. А сейчас посмотрим наши, куда подевались огромные фрагменты. Их здесь было несколько сотен. Сейчас посмотрим, где они остальные. Но то, что это настоящая сенсация, в это даже не верится. Но вам показали уже фрагменты, да? Сейчас мы постараемся найти еще больше кусков, таких огромных просто, и тоже вам показать, потому что настоящие непридуманные сенсации от канала «Поиска клада и золота» от Виклинга. Как вы знаете, вам абсолютно больше никто не покажет такие сенсационные артефакты и находки, как наша команда. Да, и сейчас смотрим, подходим, что у нас тут еще лежит, смотрим внимательно. Ребята, снимаемся онлайн, снимаемся в режиме реального времени. Ну это реально, я смотрю сейчас, знаете, на месте этой печи просто супер крутые сенсации. Поэтому давайте сейчас не переключаемся, будут новые находки, сразу включимся. Вот смотрю, еще лежит фрагмент железа. Получается, вот смотри, вот он как лежал, так и лежит. Видно, его дождем вымыло. Да. Ребят, вот такие, смотрите, настоящие супер крутые сенсации мы обнаруживаем. И сейчас, как только мы найдем центр этой огромной печи, мы сразу включимся и вам, конечно же, обязательно расскажем и все покажем. Давайте не переключаемся. Ребят, пришли на центр, получается, этой печи. Значит, смотрите, вот эти огромные фрагменты. Я здесь вставлял очень интересные находки. Вот эта печь, как вы видите, огромная она по толщине. Ее распахало, к сожалению. Блин, тут такой паучок, сейчас я его аккуратно уберу. Он нам здесь мешается для наших исследований. Смотрите, получается, смотрите, толщина этой печи какая была. Вот мы нашли аккуратно, не топчись, только не разбей. Вот центр этой печи, это настоящая сенсация. Мы сейчас некоторые фрагменты заберем, потому что нужно их сохранить для истории. Это непридуманная сенсация от канала «Поиска клада и золота» от Викинга. Вот вы видите, фрагменты, они просто лежат, тут их много. Здесь реально был центр этого просто великолепнейшего артефакта, поэтому сейчас посмотрим еще, но я реально в восторге. Смотрите, вот они там лежат. Это дно, похоже, лежит. Это дно, ребят.
Это дно этого сосуда, видишь, огромного, где все это плавилось. Это мы сейчас все будем забирать. Но это, конечно, даже не верится, что здесь это была плавильная печь. Это они плавили, подделывали эти монеты. Просто супер сенсационное место, которое наша команда пескоклада и золота от Викинга наконец-то обнаружено. Поэтому давайте 1 000 000 лайков, не переключаемся. А мы сейчас дальше изучаем это супер крутое место. Погнали. Да, погнали, не переключаем. Так, ребята, взяли приборчик, сейчас тут все прозвоним. В принципе, уже поработали пару часиков. Так, нашли какие-то мелочи, серебро, да? Ну, то потом помоем, то тяжело сказать. Ну, золота не было пока, скажем честно. Все для вас. Ну, так, сейчас. Вот, в общем, работаем по этому квадрату, получается. В районе этой печи. Так, что, есть? Не, нету, сейчас смотрим дальше. Сейчас посмотрим. Ребят, настоящая сенсация. Такой вам слабый. Ну, такой блымкающий. Такой оставим на потом. Так, здесь сейчас в корягах этих посмотрим. Давай. О, есть, шеф. Хороший сигнал золота идет. Так, сейчас, ребят, выключаюсь. Ставлю треногу, несу лопату. Сейчас я посмотрю. Ну, как минимум, по идее, здесь должны остаться части этих монет, да? Какие-то слитки. Часть, я думаю, что здесь должны остаться их не клады. Клады золота, бриллианты должны здесь остаться. Так, ну, скажем так, ребята, мы надеемся на лучшее, но понимаем, что здесь что-то интересное должно быть. В общем, на этом месте. Не факт, что... Я скажу так, когда работаешь, ищешь сокровища, золотые сигналы, ребят, моя вот вам просьба такая. Поэтому, если вам попадается сигнал, и вы понимаете, что это золото, не стесняйтесь, копайте. Значит, что еще я хочу вам сказать? Да, как... ребята, те, которые, кто не знает, как работают приборы, то есть сигнал отличается звуком. Если это фольга, то это один сигнал, если серебро, то это другой сигнал, если пробочка, третий. И золото мы никогда не перепутаем. Так, смотрим. Значит, ой, блин, чуть не упал. Ребят, есть. Где? Вот. Золото! 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 Так, ребят, смотрите. Умная походка погна. Золото! Ну что, работаем дальше. Ну вот, ребятушки, наконец-то, наконец-то. Смотри. То пробки. Гляньте, посмотрите, сразу. Распашка, понял? В муравейнике получается. Фух. Ребят, сейчас посмотрю. Ты знаешь, сейчас охота и второй мне гаджет включить. Ты знаешь, такое, да? Показывать сейчас. Сейчас. Так, ребята, вот здесь сейчас видно. Так, вот как это выглядит. Так, сейчас немножко камерой приблизим. Вот это... так вот получается. Так, что такое? Фокус ушел. Ага, вот торчит, видите? Но он немножко, как бы камера так не особенно так видно. Сейчас еще. Сейчас давай кисточкой аккуратно. Угу. Смотри, глянь. Это да. Все-таки плавильная печь дала. Дала свои результаты. Ребят, смотрите. Сейчас покажу поближе, потому что можно. Сейчас я ножички эту немножко уменьшу. Вот так. Потому что такие. Ребят, такие находки, когда обнаруживаешь, надо показывать, с близоты рассказывать, потому что. То ли цветочек золотой, то ли что-то такое вот. Или бабочка какая-то. Или какая-то бабочка золотая, что-то в таком формате. Сейчас посмотрим. Так, надеюсь, вам видно вот так вот. Нам видно сейчас. Твою камеру. Сейчас, подожди, это какая-то зелень еще залезла. Вот она. Сейчас я уберу камеру. Угу. Вот так вот. И потихонечку достаем. Да, ничего ж себе. Вот это фартануло. Это реально настоящий фарт. Ух ты, какая красота. Глянь, какая красота. Ребят, ничего ж себе. А смотри, он крепился. Он пришивался. Это ли короне? Сейчас, ребят, сейчас, подождите. А ну, смотрите. Покажи нам на как бы на... Вот так. Ну, давай подымешь, покажешь нам. Выше или как? Встать просто? Ну, да, встать, да, 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 да. Смотрите. Получается, вверху такое отверстие, похоже, пришивалось. Это золото куда-то, коронник какой-то. Ну, по крайней мере, была такая задумка, я думаю, когда они это все плавили, делали, была такая задумка, чтобы это именно золото вот так вот было, пришивалось. Толстое, да, слышишь, капец.
Надо будет посмотреть, может какие-то будут насечки, надписи. Толстенная, великолепнейшая. Просто даже не верится, что такие артефакты мы находим. Наша просто звездная команда отправляется за новыми, новыми сенсационными артефактами и находками. Так, ну что, прячем, работаем дальше. Да, если вы первый раз на канале, подпишитесь. Если не сложно, поставьте лайк, напишите свой комментарий. Это канал «Поиск клада и золота от викингов». Такие реальные крутые приключения только начинаются. Сейчас будем дальше копать, дальше сейчас будем работать и обнаруживать все вот эти вот сенсационные артефакты. Погнали. Ни в коем случае не переключаемся. Просто великолепнейшие находки.